Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области рассмотрено дело о похищении и покушении на вымогательство. Согласно материалам, предприниматель фирмы пошел на преступление из-за большой задолженности одному из банков. Сотруднику он обещал немалую сумму с выкупа похищенной. В судебном заседании обвиняемые частично признали свою вину. Один из предпринимателей задолжал банку 360 миллионов тенге. Для того, чтобы погасить неоплаченную сумму, гражданин решил похитить знакомую и получить вознаграждение в размере 200 миллионов тенге за ее освобождение. Охраннику фирмы, как соучастнику, обещал 5 миллионов тенге. 18 сентября 2019 года хозяин и работник предприятия совершили попытку похищения женщины, но потерпевшая оказала сопротивление, и преступники скрылись с места события. В ходе судебного заседания обвиняемые признали вину, но частично, не согласившись с суммой выкупа. При допросе свидетелей информация была опровергнута. Приговором суда оба гражданина были признаны виновными. Признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 125, часть 2, пунктами 1.4.8, 24, части 1, 194, части 4, пункта 2 уголовного кодекса Казахстана, назначено наказание по статье 125, часть 2, пунктами 1.4.8 уголовного кодекса Республики Казахстан в виде лишения свободы сроком на 8 лет. По статье 24, части 1, 194, части 2, пункта 2 уголовного кодекса Казахстана в виде лишение свободы сроком на 7 лет. На основании статьи 58 части 3 Уголовного кодекса Казахстана путем частичного сложения наказания к окончательному отбытию Тизикбаева определить лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. За нанесение морального вреда в пользу потерпевшей с предпринимателя взыскано 4 миллиона тенге и материального в размере 200 тысяч тенге. Со второго осужденного 2 миллиона тенге за моральный вред, 200 тысяч за материальный вред. Приговор пока что не вступил в законную силу. Валерия Степчук, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат.